Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу предложить вам приготовить шоколадную панакоту. Десерт готовится просто элементарно, понадобится минимум вашего времени и продуктов. Обязательно попробуйте. Для приготовления нам понадобится шоколад 140 грамм. У меня здесь микс темного и молочного, можно использовать какой-то один вид шоколада. Только не берите белый. Здесь у меня сливки, я взяла жирность 10%, можно использовать 15-20%, слишком жирные не берите, не вижу в этом смысла. 200 мл молока, то есть вот такой неполный граненый стакан, 12 грамм желатина быстрорастворимого, 2,5 чайные ложки с горкой, желатин стандартный с силой 200 блум, и вода, чтобы замочить желатин, 60 мл, то есть 1/5. Вода комнатной температуры, вместо воды можно использовать молоко. Первым делом нужно замочить желатин. Отправляем его в воду или в молоко, перемешиваем и отставляем на 10-15 минут, чтобы он набух. Отправляем в кастрюльку молоко и сливки. Ставим кастрюльку на средний огонь и при периодическом помешивании доводим массу до парения. Не нужно кипятить, просто у вас должна смесь стать хорошо горячей. Сразу в горячую молочную смесь отправляем шоколад. Если у вас обычная шоколадка, поломайте ее на небольшие кусочки. У меня такие вот шоколадные дропсы. Оставляем в таком виде на 2 минутки и перемешиваем до однородности. Нужно очень хорошо перемешать, чтобы все кусочки шоколада растворились. Любым удобным для вас способом нужно растворить желатин. Или на водяной, паровой бане. Я в импульсном режиме микроволновки на максимальную мощность поставила на 10 секунд, вытащила, перемешала. Если желатин растворился, оставляю. Если нет, еще ставлю. Смотрите только аккуратно, чтобы желатин только растворился, ни в коем случае не закипел. Вливаем тонкой струйкой и перемешиваем. Лучше всего такой десерт разливать в силиконовую форму, но у меня нет подходящей силиконовой формы, поэтому у меня будет такая вот обычная форма, ее размер 20,5 см на 11 см. Я ее просто устелила низ и бока пищевой пленкой, смазала водичкой форму и прекрасно потом крепится пищевая пленка. Если вы будете использовать силиконовую форму, ее не нужно ничем оборачивать, ничем смазывать, просто отправляйте десерт в форму. Оставляем ненадолго десерт при комнатной температуре, и когда он немножко подостынет, отправляем в холодильник. Можно, если он полностью будет холодный, затянуть пищевой пленкой. Отправляем в холодильник до полного застывания. Готовый десерт можно кушать в таком виде, можно чем-то украсить. Я просто планирую какао присыпать. Вот такой замечательный шоколадный десерт получился. Если вы любите легкие шоколадные десерты, этот вам очень понравится. Готовьте обязательно. До новых вкусных рецептов. Пока-пока!